Всем привет! Сегодня мы сделаем из светодиодов мигалки как GTA 5 и настроим их мерцание. Для этого нам нужно 3 красных светодиода и 3 синих, 6 резисторов на 220 Ом, макетная плата, проводки и Arduino Uno. Вот схема соединения всех компонентов вместе. А вот их готовый вид. Чтобы рассмотреть, поставь видео на паузу. Подключаем синие светодиоды к портам 2, 3, 4, а красные к 5, 6, 7. Минус в этих светодиодах будет общий. Вот код программы. Переменная I будет отвечать за счетчик, который будет включать и выключать светодиоды одного цвета 7 раз с помощью цикла for, а потом будут работать светодиоды другого цвета. Мерцание будет происходить раз в 50 миллисекунд, а цикл void loop сделает этот процесс бесконечным. То есть мигалки перестанут мерцать только когда мы отключим питание от платы. Проверяем код на ошибки, и если все нормально, то проверяем плату и порт в инструментах и загружаем программу в плату Arduino Uno. Вот результат нашей работы. Спасибо за просмотр, а если понравилось видео, то ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропускать мои новые уроки.